18 апреля традиционно отмечается Международный день памятников и исторических мест. Эта дата установлена для того, чтобы обратить внимание людей на проблемы сохранения и защиты нашего культурного наследия. На территории Белореченского района 140 памятников истории и культуры, в том числе 84 памятника военной истории. История возникновения каждого памятника или здания связана с каким-либо историческим событием. Интересное историческое здание, где сейчас находится радиоузел. А с 13 по 16 сентября 1918 года находились бойцы Таманской Красной Армии после освобождения станицы от Белогвардейской армии генерала Покровского. Еще одно здание-памятник – самая первая гостиница, которую построили в 1903 году одновременно с заезжим домом купца Ионникова. Гостиницу построил болгарин Иван Стоянов. Сейчас там располагается противотуберкулезный диспансер. Это самое старое здание нашего города. Из 84 памятников военной истории, расположенных на территории Белореченского района, 57 являются братскими могилами и одиночными воинскими захоронениями. Сейчас, в канун празднования Дня Победы, проводятся работы по благоустройству территории вокруг памятников. Главным памятником военной истории для горожан является мемориальный комплекс в Парке Победы. В начале 20 века здесь была церковная площадь Свято-Покровского храма, которая является историческим центром станицы Белореченской. В 2004 году состоялось открытие Вечного огня. Спустя два года в честь 60-й годовщины Победы были установлены артиллерийское орудие и танк. В 2008 году установлены мемориальные плиты, на которых увековечены фамилии более 4000 земляков-белореченцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дом священника Иригина был построен в 1910 году. Его так и называли – Иригин. С 1959 года в здании располагался нарсуд. С 1997 года и по настоящее время в здании располагается Центр детского творчества. В августе 1914 года открылось Белореченское вышеначальное училище, в котором было 4 класса. В этом историческом здании сейчас располагается средняя школа номер 1. Все эти исторические здания являются памятниками истории и культуры регионального значения и подлежат государственной охране.